господина, конечно. Не знаю, получится, не получится, делаю впервые. Так, выкладываем ложечкой. Муку. Так, теперь делаем шарики. Включай пока. Творожочек с изюмчиком. Первый раз вообще в жизни делаю, ни разу не делала манники. Вот, один уже, один слепила. Короче, друзья, манку делаем густючую, просто густючую. И горячую в руки не берите. Формируем вот такой вот колтышочек. Так вот. Как раз буду Люду кормить. Вот. О, сейчас руки можно взять. Вот так вот. Блинчик. Так вот. Вот такой принцип. Смертельный номер делается впервые. Вот так, вот так, вот так. Вот так. О, о. Все, буду лепить, потом покажу. Да, туда не надо делать, конечно. Производство Нателла. Манники. Разрекламированные любимым блогером Самвелом Адамян. Честно говоря, ребята, знаете, что они мне напоминают? Они напоминают мне просто обыкновенные сырники, но может чуть-чуть вкуснее. Честно говоря, столько с ним головной боли, руки все в муке, манки. Но на выходе вот такие очень красивые, и как некоторые члены моей семьи, которые не хотят показываться в кадре, очень сильно хвалят, говорят, что очень и очень вкусно. За кадром машет рукой. Ребята, мне тебя не... О, ставят лайк. Что вы мне еще делаете? Два лайка. Вот так, ребята. Ну что, спасибо тебе большое, Самвел, и спасибо тебе большое, Надя. Моей семье очень сильно понравились манники, и это все благодаря, ребята, вам. Их, конечно, вообще нелегко делать, их тяжело делать, их просто нереально сделать. Их до такой степени трудно делать, что у меня было в муке все, ребята, просто все. Руки, нос, голова, волосы, все в муке. Но это чудесно вкусно я сделала, дорогие мои, значит, с творогом и с изюмом. Сейчас я покажу вам, как получилось у меня на разрезе. Гаси. Самое интересное, что до камеры не доходило, когда я их пожарила. Осталось всего лишь три штуки. Я специально оставила для съемок, чтобы показать вам. Потому что они уходили прям со сковородки. И вот я сейчас хочу показать вам на разрезе. Ребята, почему я такая довольная? Почему? Потому что много разговоров. Смотрите, изюмчик, творожок. Вот. Потому что, ну правда, я никогда не делала. Говорят, что еще можно делать с грибами, там, с каким-то мясом. Я не знаю. Для меня это тоже уже подвиг, то, что я приготовила. И вы знаете, не надо ни сметана, ни варенье. Они уже вкусные. Уже такие вкусные. Так что, друзья, у меня канал не кулинарный. Кто хочет приготовить манники, пишите, я вам любезно поделюсь. Как я их делала, но готовьтесь к бардаку на кухне. Ну, я так готовила. Хотя у меня руки вроде бы как с того места стоят. Ну, вкусно прямо. Знаете, вот вкусно. Вы знаете, да, Матвей Максим пришел. Вы знаете, ребята, так охарактеризовала манники моя дочка. Говорит, мама, это как сырники, только раз в 5 вкуснее. Вы знаете, действительно, похоже на сырнички. Творог-то внутри нежный. Вот они сейчас на второй день.
Они не дубеют, они не черствеют. Короче, класс. Спасибо Наде и Самвелу. Пока, ребята. Я вас всех люблю. Пока.